Вот, давайте пройдемте глянем. Девочки, угу. А почему вот лиственницы, яблони, все вырубается? Почему это все вот в центре города? Скажите нам, пожалуйста. Вот, это же тротуар, а не стоянка. Здесь вот росла липа, липа росла это вот здесь. Тротуар. Вот там росли липы. Липы вырубить, вырубить лиственницы, сосны вырубить и заасфальтировать. Как можно? Объясните нам, пожалуйста. Скажите, а вы, получается, застройщик, да? Кто сегодня делает? Я такой застройщик, как вот все мы. А, вы знаете, да? Конечно, а, вы что? Да, дорога была, что была дорога. Они планируют въезд, это рабочий. И вон, и это, на зеленую зону, чтобы обратно. Это раньше, да. Да. Это мы тогда еще. Вот, вот все, сегодня видим, с утра вот они начали демонтаж вот этих ступеней. Когда я подошла к рабочим, спросила, я говорю, вы что планируете? Замену ступени на новые или что? Нет, мы сделаем просто спуск, будет по пандусам. Я говорю, дальше что? А дальше машины будут оттуда заезжать прямо напрямую сюда. Вот. Я говорю, ребят, ну нельзя же так себя вести в собственном городе. Ну вообще вот разруху делаем в центре города. Они говорят, а что мы можем делать? Жалуйтесь. Смеются уже. Жалуйтесь в Белый дом. Ну, жаловались мы в Белый дом. Подхожу. На то. Так, вот так. Все, вот результат нашей жалобы. Я говорю, единственное, может быть, тогда так. Вы это самое будете работать. Мы здесь ну, это, соберем микрорайон, сделаем плакаты и будем это уже сос не здесь, в Орске, бросать, а куда-то в Москву писать, пусть приезжают представители. Хоть, ну это что это? Ну идет беспредел в городе. Подходил я к исполняющему директору, к женщине. Она мне сказала, что сначала администратор, которая сидит, она мне сказала, что съезд, делаем съезд. Я говорю, где директор? Пошел до директора. Она женщина-исполнитель, она говорит, ступеньки в негодность это самое пришли, надо менять. Но это же вообще уму непостижимо. Это туда, тому магазину, потому что длинномер не развернется. А им ключ и щетку, пожалуйста. Я ей сегодня звонила, она говорит, все, что я смогла от себя сделать, я сделала. Я написала в прокуратуру. Я говорю, дальше. Ну, ответ ответительному директору женщине. После себя убрали, а здесь кто будет убирать? А ведь здесь, в этом сквере, дети... А вы вот посмотрите, девочки, вот центр города, да? Вот посмотрите, в каком этом у нас состоянии детская площадка. И вот эти бедные дети из домов, они хоть здесь играли, какая-то эта зона, потому что там притомник там большие. А, притомник. Большие, вот. Ищетишвили, грузин. А вот его зам... Это надо, чтобы занималась и прокуратура нормально по-человечески, чтобы нашли и сюда привели на этот раскаленный асфальт, где росли деревья и хорошая навел. Трава была. Да. Где был газон, который превратили в тротуар в проезжую часть и в стоянку. Да ведь... Позицию озвучить. Сейчас директор подъедет. Минутку подождите. Директор подъедет? Да. Хорошо.